17 тысяч, товаровоз было 3 тысячи, сейчас точка 19 тысяч, торговая точка была 1 штук, сейчас 3 филиала общие и плюс один бизнес еще открыл. Количество команды было 13, точка Б 48. Машалла, отлично. Капитализация была 33 тысячи, сейчас 120 тысяч. Машалла. Рентабельность была 40%, сейчас 70%. Очень хорошо. Автоматизацию сделали, систематизация. Раньше, когда говорили бизнес без меня, я толком не понимал, но сейчас понимаю, когда команда работает. Когда команда работает, то уже включаешься, где основные моменты, и основные процессы уже сами по себе уже идут по системе. И была один модель бизнеса у меня, сейчас 4 разных уже модели есть у нас. Мы можем с разных сторон уже продвигаться, масштабироваться. Так. Я вообще сам пришел 5 лет назад с долгами 70 тысяч долларов. Я до годового я уже с долгов вышел. И сейчас мы готовимся именно на масштабное расширение. Кому интересно массаж направление наше оздоровительное. Ваше, думаю, с разных сторон. Сейчас мы разрабатываем Казахстан, Узбекистан и Таджикистан есть. Да, обязательно. Иншалла. Ты должен вот этот свой центр масштабировать. У него очень хороший курс. Почему бы нет? Мы научились этот 15 лет я обучился, но мы за год, за 6 месяцев отдаем эти знания. Мы вот это самая наша уникальность, мы быстро передаем свои знания. Это очень хорошо. Молодец. Спасибо. Спасибо, пожалуйста.